Señor, señor, cara de que le solta. Pilato de lo que me saltaude. Por plesir, il sol de coma. Lesir, que place jour de fête. Lesir, que plade, a ta mar. L'espectateur, perdon la tête. L'espectateur, s'adar pal. Сегодня с нами лучший бас мира. Своего поколения точно, а может быть и вообще. Ильдар Абрадзаков. Давайте сначала разберемся с корневой системой вашего имени. Ведь, как я понимаю, ваш род идет от Чингисхана и Тамерлана. Но вы знаете, самое интересное, что совсем недавно открылось, что Аттила и его род пошел из Башкирии. Пошел из Уральских гор. То есть бич скажем. Божий, а у вас раб Божий получается. А потому меня что Абд – это раб, раб, а Разак – это имя Божье. Ну, может быть, вот поэтому так все и получается по жизни? Ну, дай Бог. И слава Богу, что так получилось. И так получается. Ильдар, вы знаете, у нас в программе были героями и Рикардо Мути, и Рикардо Шаи. И оба сказали о вас невероятно теплые слова. А Рикардо Мути просто сказал: «Ильдар, это мой бэби». Но он меня так и называет. «Сей мио фили руссо». Мое знакомство с Рикардо Мути, конечно, это отдельный этап моей жизни, потому что, ну, недаром я его называю итальянским отцом, а он меня сыном русским. Потому что я вырос вместе с ним, и он мне очень много дал, как наставник, как отец сыну. И он мне говорил, что мне нужно петь, какому репертуару мне нужно больше сейчас предполагать свои усилия, с кем выступать, в каких театрах. И очень много, ведь я с ним и записи сделал, и выступал и в Ла-Скала, и в Чикаго. И Грэмми получила ваши записи. Грэмми получили, да. Поэтому, можно сказать, я вырос вместе с ним, и все, что я делаю, стиль, скажем, итальянский, который он мне привил, это все благодаря Рикардо Мути. А вот это он определил, что вы все-таки вердиевский бас? Это, скорее всего, благодаря моему голосу, потому что мой голос определил сам, какой репертуар мне нужно петь. Поэтому Рикардо Мути, когда меня услышал, он мне сказал, что твой голос сейчас... Ну, это было 20 лет назад практически. Сказал, что ты сейчас начинающий, вот тебе нужно петь вердиевские партии, да, но молодого Верди, либо небольшие партии. То есть не сразу какие-то серьезные, типа Инквизитора или Филиппа или Дзакари. То есть он мне давал репертуар молодого Верди, Макбет, скажем, опера. Мы с ним пели много реквиема Верди. Потому что реквием – это определенный Верди, то есть это не опера. И там не нужно сильного звучания, мощного. То есть там все равно нужно благородное, красивое звучание. Рикардо Мути лет 20 назад никогда бы вам не посоветовал спеть Бориса Годунова. Нет. И я ему предложил, кстати, совсем недавно. Я сказал маэстро, а если нам сделать Бориса Годунова? На что он мне ответил, что, Ильдар, я бы с удовольствием это сделал, но, к сожалению, я не могу делать музыку, оперу,
когда я точно не понимаю текста, каждого слова, отношения. Что, потому что в «Борисе Годунове» очень много используется и старых слов, которые, в принципе, мы сейчас и не произносим, не употребляем. Вот. А, я готов, конечно, ему и помочь, и все сделать для того, чтобы это произвело. Я представляю, как это было бы здорово. Но он не берется за то, что вот он считает, что это будет не топом. Но зато у вас Борис Годунов сейчас свершился в Париже. Да, с совершенно потрясающим режиссером Инван Хофф и Владимир Юровский. Вот он-то уж точно понимает каждое слово, Владимир что мы поймете. Юровский, это просто счастье было с ним работать. И это потрясающий дирижер. И вы знаете, он не просто дирижер, а он драматург. Владимир Юровский с оркестром делает чудеса. Дело в том, что когда у тебя есть фраза, есть пауза, и ты еще не готов что-то спеть, а ты должен взять дыхание, посмотреть, эмоционально это исполнить, то он всегда будет с тобой, подождет и скажет, что подожди, еще можешь подождать и сделать паузу больше. Хотя уже думаешь, куда уже больше. А при этом он это делает так, что в зале тишина, такая, что каждый вздох слышен в огромном театре, то, что мы сейчас сделали в Париже. Ну, иногда мы же знаем, что иногда и тишина, и есть музыка. Конечно, конечно. А как Инван Хофф? Как вам работало с ним? Это первая моя с ним работа. Работалось нам с ним по-всякому. По-всякому. Так, где-то интересно, честно. Где-то мы его поправляли, потому что... Как он хотел перевернуть Бориса Годунова? Время настоящее было или нет? Время было сегодняшнее, да. Ну, скажем, наше время, окей. Он хотел... Ну, были какие-то моменты, где ему подсказывали, потому что где чур-чур, у него было в клавире написано «кур» почему-то. Кур-кур. Я думаю, какой кур? Открываю его клавир, а там написано «кур». Я ему тогда сказал, я говорю, здесь не кур, здесь чур. Он, окей, спасибо. То есть какие-то маленькие вещи, которые мы знаем, конечно же. Все-таки он постарался. Он сделал, кому-то понравилось, кому-то, может быть, не очень. Но, в принципе, это моя первая работа, поэтому это для меня останется навсегда и на всю жизнь. То есть я благодарен нашей совместной работе. Посещалось хорошо Борис Годунов? Да, все спектакли были битком. Вон там! Что это? Там, в углу! Полытится, растет, близится, дрожит историю. Все-таки русская опера потихоньку занимает свое место в мире. Не потихоньку, она заняла давно свое место в мире. И все очень ждут и Бориса Годунова, и Хованщину, и Мазепу, и, конечно же, «Пиковую даму» Евгения Онегина. Но в этом есть и ваша заслуга, потому что я помню прекрасно, это «Метрополитен опера», это «Князь Игорь», это 2014 год, когда Дмитрий Черняков вместе с вами... Тоже, в общем, такой революционный был подход, хотя очень понятный. Да, это потрясающее маковое поле. Это огромное, красивое. Американцы, которые смотрят, говорят, а это что, тюльпаны? Не понимают, что в России тюльпаны не растут. Но, тем не менее, вот как вам кажется, насколько у Чернякова получилось больше показать русскую именно оперу и суть? Чернякову, если говорить о «Князе Игоре», то да, то ему удалось это показать. Причем удалось показать такое в современной манере. И это очень интересный спектакль. Очень интересный. И когда мы его делали после Нью-Йорка уже в Амстердаме, все-таки амстердамская опера, она немножко поменьше. И со зрителями был контакт лучше. И второй вот этот ревайвал между зрителями, между нами, между коллегами, между хором и оркестром, у нас была уже такая сплоченность, и ощущение было, что мы делали фильм даже. То есть каждое
взгляд, каждый вздох, каждое движение. Это все читалось. То есть синергия такая получилась. Да, потому что «Метрополитен» все-таки большой театр. А здесь было такое вот более интимное общение. Разбрызгать можешь Волгу, шеломом вычерпать весь стан. Ты русскими косами каялы не засыпал. Ну вот Рикардо Шаи сказал, что, вы понимаете, если бы не было Абрадзакова Эльдара, я бы никогда вообще даже не подумал об Аттиле. Для него важно спектакль ставить на певца, не на режиссера. Ну, мне очень приятно, во-первых, что сейчас наконец-то мы возвращаемся к тому времени, какое было 100 лет назад. В Ласкало вы имеете в виду? Нет, вообще. То есть когда спектакль ставились на певцов. То есть для начала они смотрели, кого бы из певцов они выбрали, главные партии. Потом, кто дирижер, кто режиссер, постановщик и так далее. А сейчас, к сожалению, вот еще продолжается эта традиция. Сначала ищут режиссера, дирижера, а потом певца. Это германско-голландская традиция, в принципе. Ну вот если маэстро Шаи говорит о том, что он сначала думает о том, кто будет петь, то, как говорится, шапо. И мне очень приятно, потому что мы с ним много работали в свое время. И даже диск записали. Самый первый мой диск – это «Россини Дискавери», где были арии и куски из опер Россини. 2010 году в Ласкало, пока еще там был Баренбойм, вы же сделали свой сольный концерт первый в Ласкало, где спели башкирские песни. В 2010 году. Потом у меня был 2016, и вот сейчас, 5 ноября, 3. Да. Ну вот что такое спеть башкирские песни? Это было огромное желание моего отца. Потому что он всегда был патриотом Башкирии. Всегда за башкирский народ. Создал киностудию «Башкортостан», которая сейчас называется имени Абдразакова Амира. Первый концерт в Ласкало, я сразу сам себе сказал, что я должен привести народный инструмент курай. Не только, не просто исполнить башкирские песни, а именно привести народный инструмент. Познакомить итальянцев с культурой Башкирии. Ну и как это прошло? Это было незабываемо. Когда вышел Роберт Юлдашев, это наш кураист известный башкирский, и он вышел, сыграл сначала сам без меня мелодию, народ, он сидел завороженный. И он, знаете, как звучал инструмент, это же все-таки трость, но она так звучала. И он потрясающе на ней играл, на курае. Просто он пел. А потом мы исполнили с ним пару башкирских песен. Это, конечно, зал взорвался. Башкортостан. Я же здесь родился, здесь мои корни. И где бы мы ни жили, мы все равно после определенного количества времени возвращаемся домой, мы возвращаемся к своим корням. И это единственное, мне кажется, что нас подпитывает и нам дает энергию на совершение будущих побед и целей поставленных. Да.
Прекрасно сказано. А теперь вернемся к Зальцбургу. Зальцбург 2018. Ильдар, ну, поскольку была свидетелем, не могу вот просто не поделиться. Это выдающееся было в исполнении. Я имею в виду итальянку в Алжире. Режиссер Моше Лайзер. Я помню, что открывается занавес, вы и все. И дальше, даже в антракте люди не могли дождаться, чтобы снова туда пойти и досмотреть, что же там... Ну, чем же закончится. Откуда такой грандиозный талант актера? В самоиронии, в этой пластике, которая у вас была, вот с этим безумным животом. Уже казалось, что вы весите там 250 кг, и что вы как-то ползете на своих ножках туда. И это было настолько смело, открыто, смешно. Ну, это опять же благодаря Моше, потому что это действительно очень интересный спектакль. Он другой. Так как я его пел очень много раз, то вот эта современная постановка для меня была сложна тем, что в ней были другие задумки. Задумки сегодняшнего дня. Знаете, у меня репетиция была... Репетиция одна неделя. На вот эту трехчасовую оперу. И я практически со сцены не ухожу. Это было очень интересно мне самому, потому что работать с Моше — это в такие короткий период. Это было чем-то, знаете, таким, как шампанское. Потому что у него куча энергии, и у него куча разных идей. И слава богу, что мы нашли с ним вот этот синтез, с которым я ему тоже предлагал свои идеи. И он ко мне прислушивался и говорил: «О, это... Правда, это лучше, потому что это тебе больше подходит». И какие-то моменты мы делали мои, скажем. А какие? Можете пару вспомнить? Момента. А, они мелкие такие, может быть, вы даже и не заметили. Может быть. Но это мелочи. Но они играли очень сильно. Допустим, в конце, когда уже закончилась папатачи, когда уже все... съела эта команда футбольная. Да-да, когда они уже все ушли, вот эта вот концовочка. И когда нужно было как-то вот заканчивать, мы думали, ну не просто же там стоять. В итоге, что делать? Жена опять же здесь, и нужно было заканчивать эту сцену в кровати. Потом, знаете, когда рядом с тобой профессионалы, как Чичили Бартоли, как Алессандро Корбелли, Это счастье работать с ними, реально. Это счастье, потому что ты что-то делаешь, они тебе тут же подыгрывают. И вот эта реакция совместно... И такая, получается, цепочка такая. Да, и она продолжается, а режиссер сам сидит и смеется в зале. Ну, это же здорово. Потрясающе. Смеется и говорит: так, вот это оставляйте, вот так и будет. Здорово. Много импровизировали на сцене? Поначалу на репетициях мы импровизировали. Когда мы уже что-то нашли, мы это оставили. На сцене было все уже сделано четко, потому что мы на сцене импровизация, если вдруг что-то у кого-то пошло не так, там уже начинали импровизировать. А до этого даже любая, как говорят, любой бис, или вот, знаете, когда уже что-то, все равно должно быть сделано. Любая импровизация должна быть все равно понятна и приготовлена. Это был дебют у Чичили в «Итальянке в Алжире». Потрясающе. Потому что мы с ней до этого встречались и думали, какую же нам найти оперу, чтобы спеть вместе. И я ей предложил «Итальянку в Алжире». Понятно, что жизнь, она преподносит разные сюрпризы, но, тем не менее, есть у каждого человека свой план, мечты. А вот
в вашем представлении, что вы еще как певец не успели? Потому что я помню, что когда мы с вами когда-то разговаривали, вы сказали, что у вас не так много репертуара камерного, да? Вот как да, но сейчас он появляется. Обогащается. Потом, значит, режиссерский вот первый опыт сейчас пройдет. Да, у меня есть идея. Какая? У меня есть идея, и она уже сейчас воплощается потихонечку. И в апреле 27 числа в Уфе будет премьера оперы «Аттила», в которой я буду участвовать как режиссер. «Аттила», сколько раз вы пели и играли? Много. Много. И я эту оперу знаю вдоль и поперек. Был ли спектакль, который вас полностью удовлетворил? Или вот вы сейчас надеетесь воплотить там, где вы будете режиссером? К сожалению, технические возможности Башкирского театра не позволяют сделать что-то такое необычное. Но то, что мы сможем сделать в театре, все-таки у нас историческое здание. Поэтому нет таких больших карманов, как сейчас привыкли делать. То есть сцены не уходят глубоко вниз, не уходят ни вправо, ни влево, ни назад. Поэтому мы вот в рамках сцены сделаем нашу постановку, традиционную постановку оперы «Аттила». Помимо того, что режиссерское такое начинание, еще хочется домой, в Уфу. Я имею в виду на место рождения. Да, дело в том, что я в прошлом году открыл свой фестиваль в Уфе. Там мой педагог, там мои учителя, там мои друзья, мои родственники. И, знаете, они все ждут моего приезда. Хочется познакомить уфимского зрителя с тем, что я делаю за пределами нашей Родины. Вы совсем определились, вы бас-бас или бас-баритон? Вот что, у вас же голос, который позволяет очень много... Вот это самое главное. И это здорово. То, что вы... Что мне голос позволяет. Да. И так, и так. Да. У итальянцев есть очень... Вот определяющий мой голос, слово «басо кантабеле». Все этим определяет. Все сказано. Этим, да. Кантабеле все сказано. Да. Прекрасно. Но тем не менее, вот тенор, я понимаю, как и сопрано колоратурное, да, это, в принципе, роли таких молодых людей больше всего, чаще всего. Угу. Да? А вот бас, басо кантабеле, вот это можно петь всю жизнь. Но даже тот же наш любимый Пласидо Доминго, как он вот говорил, что как он в баритон уходит, вот все, потому что герои позволяют, но позволяют петь. Он, конечно, потрясающий. Доминго, я не знаю, откуда он черпает столько энергии, столько сил. И вы знаете, у него голос ведь звучит потрясающе. Голос, он поет как молодой мужчина. Это какой-то феномен. Да, феномен, абсолютно. Но, тем не менее, вот теноровых партий, как бы, вот все-таки он переходит постепенно в баритон. А у вас, в принципе, у вас получается такая совершенно вечная молодость, потому что вы как начали басса кантабеля, так и можете вообще, что бы ни случилось, это ваше поле абсолютно. Ну, роли позволяют. Позволяет, видимо, и, ну и слава богу, что голос позволяет. А что со злодеями? Да, вот все-таки вот сколько у вас? Три Мефистофеля, да? Да. Гуно, Берлиоз, Бойта. Какой самый, ну, вот в этом случае сложно сказать, самый любимый? Самый любимый Бойта. Бойта. Все-таки, да. Почему? Там больше драйва. Там меньше лирики. Все-таки на итальянском языке петь совсем по-другому, чем на французском. Я когда пел на французском языке, мне сами французы говорили, не надо вот эти, вот это все в зал не летит, это не слышно. Угу. И тоже не надо рыкать, вот это тоже не надо. Это уже прошлое время, и сейчас так не поют. Даже сами французы уже поют «р», не рыкают. Вот. На итальянском петь удобнее гораздо, чем на французском. Хотя французский язык, он все-таки все равно здесь в маске, все на высокой позиции, что очень здорово. Я предпочитаю оперу «Мефистофель», потому что она полна всего. Жизнь,
энергии жизненной от лирики до, до вот этого, вот этой черной совсем энергии зла. И если взять сцену «Вальбургиевая ночь», ну, она потрясающая, как эта музыка. Уф, убой-то это... Прям вот, знаете, вот мурашки вот бегают. Ну хорошо, а вот вы его поете, вы его любите? Конечно. А как же не любить? Вы с радостью позволяете ему делать вот это зло, да? Ну а как? Ну как? Это выходишь на сцену, это ты. Ты должен это делать, чтобы люди боялись, чтобы они тебе верили. А потом из образа легко выходите? Ну, из образа вышел за кулисы, все. Я знаю, что у вас были совершенно особые отношения с Дмитрием Хворостовским. Не просто с народным любимцем, а с человеком, который вот покорил своим голосом и своей личностью целый мир. И вот сегодня как раз годовщина ухода его от нас. Вы часто стояли на сцене. Вот поделитесь своими ощущениями. И вот что он вам дал? Благодаря Дмитрию я увидел его по телевизору, будучи совсем еще молодым. Мне было 13 лет, когда я жил в Уфе и только предполагал заниматься пением. Я увидел этот концерт Хворостовского по телевизору. И тогда я смотрел, вот этот парень, красавец, с белыми волосами, стоял и так пел, что, знаете, я понял, что если я буду петь, то я буду петь только так, как делал это Дима. Не жалея себя. Не жалей себя. Отдавая все, всю свою душу, всю свою энергию, все силы. Как бы ты себя ни чувствовал, но вот стопроцентно вот эта отдача. Это всегда было у Димы. И это чувствовалось. И вот благодаря тому моменту, когда я увидел, я всегда, когда мы с ним встречались, я говорю, ты зараза, говорю, это все ты. Почему я здесь? Это из-за тебя. И вот знаете, через какое-то время, когда мы с ним тоже познакомились, подружились, и когда первый раз он мне предложил выступить в его концерте, «Хворостовские друзья», вот он меня пригласил в консерваторию. Я тогда, ну, все равно молодой еще, будучи начинающим, хотя уже и попел там, и там, и там. Но в Москве как бы меня знали, но, естественно, и для меня, знаете, что было приятно, что, как Дима сказал тогда, даже, по-моему, на канале «Культура» есть эта запись, он сказал, вы придете на имя Хворостовского, а уйдете с именем Эльдара Абдразакова. И это меня очень тронуло, конечно. То всегда вот его напутствие, как старшего брата слова, он меня всегда очень поддерживал. Когда мы с ним встречались и вот в Нью-Йорке, мы проводили вместе время, мы после репетиции куда-то шли вместе поужинать очень часто. И отдыхали вместе, и спортом вместе занимались. Ходили в качалку. Вот. Это какое? Ну, это было такое особое время, как время двух, можно сказать, таких близких друзей или двух братьев. Знаете, это что-то особое, это у меня в сердце останется навсегда в моей памяти, в душе. Я вам открою маленький секрет, может быть, и не открою, но когда мы куда-то уезжали вместе и утром просыпались, я просыпался от того, что Дима садился за рояль и распевался с утра, перед завтраком, вы представляете? Чтобы не было.
Это какая была необходимость внутри? Да, да, потрясающе. Ну, Ильдар, все понятно. Надо жить, чтобы от доброго и чистого сердца созидать и делать настоящее. И тогда она будет понята и востребована. Как у нас в Башкирии говорят, алга. Что значит вперед. Фигаро, сумква и фигаро. Сумква, фигаро-ква, фигаро-ла, фигаро-ква, фигаро-ла, фигаро-су, фигаро-чу, фигаро-су, фигаро-чу. Родоматиссимо, сумма, форма, лесурова, таран, таран-чита, 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 таран-чита. Ильдар, я знаю, что вы, помимо того, что вы, получается, сейчас солист, там, не знаю, ну, скажем так, 5-6 театров мира, лучших, любимец таких дирижеров, как Мути, Шаи, без вас невозможно представить Зальцбургский фестиваль, ну, как бы главный оперный фестиваль мира, да? Тем не менее, значит, вы находите время для камерного репертуара, попробуйте себя в режиссуре, и я еще знаю, что у вас... С 15-го года, по-моему, такая вот ответственная роль художественного руководителя Академии имени Елены Васильевны Образцовой. 3 года прошло. Вот есть какие-то результаты? Вы ими довольны? Я доволен. Я доволен. У нас очень хорошие ребята, которые... Некоторые из них уже поют в Мариинском театре. Некоторые из них пели даже уже на Зальцбургском фестивале. И я ими очень горжусь. И иногда... Слава Богу, есть возможность с ними и поработать, и дать какой-то совет. Вот, поэтому это очень здорово. Я люблю помогать молодежи, люблю с ними работать. И так, как в свое время это делала Ирина Константиновна Архипова, как делала Елена Васильевна Образцова, всегда давала нам советы правильные выбирать репертуары прежде всего. Настраивала нас на любой выход на концертную площадку, либо в оперном спектакле. Поэтому для меня это очень дорого. И я хочу вот этот, может быть, дар, который мне был дан от моих учителей, передать его дальше. Вы преподаете сами там? Я не преподаю, но мастер-классы бывают. Я даю мастер-классы, помогаю советами, если ко мне обращаются ученики, да. Нет, преподавать – это серьезное дело, и нужно сидеть каждый день. Да. Каждый день нужно преподавать. Это очень кропотливый труд. Вот, Ильдар, ощущение от разговора с вами и вообще, так сказать, от общения, что вы невероятно мощный. Такой, знаете, прям, помимо того, что вы большой, красивый, прям мощный такой. И это, я думаю, тоже проявилось, когда 13 июня вся Россия праздновала открытие футбольного чемпионата. Великолепное было открытие чемпионата. Что это было ощущение? Вот это сумасшествие? Это было ощущение радости. Ощущение... жизни и ощущение вот энергии, такой позитивной, доброй, хорошей энергии. Это, знаете, такая вот семья собралась. Вот. И выход на Красную площадь – это всегда очень ответственно. Даже просто, когда ты в нее входишь, и ты смотришь на эти красные стены, на башню, часы, здесь ГУМ. Первый раз? Выступал первый раз, да. Еще будете? Ну, если позовут, буду, да. Ну, то есть, как площадка годится, да? Да, хорошая площадка. А что у нас произошло с Сергеем Шнуровым? Как вас вот
туда вот. Со шнуром? Да, со шнуром. Это благодаря Васе Бархатову. Так, то опять Вася виноват. Вася Бархатов. Дело в том, что мы с Василием были в одно время в Санкт-Петербурге, встретились, и была опера, поставленная Василием Бархатовым в Мариинском театре «Сказки Гофмана», где я пою четырех злодеев. Четырех, опять же. Вот опять же. И как-то в один день Вася предложил мне пойти и послушать репетицию «Шнура». Я говорю, ну пойдем, интересно. Ну, пришли, послушали, они там на гитаре, на разных инструментах. Потрясающе, такой драйв. Это так заводит, да, так было здорово. И он говорит, слушай, уже Сергей сам говорит, слушай, у меня есть песня новая. Пару фраз. Я говорю, ну давай, хорошо. И все. А текст нормальный был? Не ранил вас там текст? Нет, нормальный, без определенных слов. Ну, нормально. Ну, уже такой... Но песня еще не вышла, потому что, как он мне сказал, что у него очень много песен, которые еще не вышли. То есть они у него, видимо, копятся, 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 и со временем он их выпускает. А сейчас, так как у меня еще контракт с Deutsche Grammophon. А, то есть вам нужно осторожно сейчас, со шнуром. Ну, не то, что, но, наверное, мне нужно будет как-то какую-то бумагу подписать просто. И вот сейчас я возвращаюсь в Ла Скала. Послезавтра у меня спектакль «Эрнани». Оттуда я лечу на запись диска для Deutsche Grammophon опер «Арии Верди» с Яником. Яник Назарсаган будет дирижировать. О, замечательно. Я считаю его одним из гениальнейших молодых, гениальнейших, если не буду говорить, одним из таких ярких, прекрасных молодых дирижеров. Если бы вы в каких-то словах могли бы, наверное, сказать, вот в чем вы чувствуете вашу миссию? Потому что вы же человек на этой земле очень неслучайный. Вы же очень такой человек-созидатель. Ну, прежде всего, наверное, в наше непростое время. Мы все певцы, все посланники добра, радости. И все-таки хочется, чтобы люди приходили в театр и получали положительные эмоции. И уходили с воспоминанием, с какими-то добрыми чувствами о спектакле, о концерте. Вот это, я думаю, самая главная миссия всех нас, всех певцов. Эльдар, спасибо вам большое. Спасибо. Было замечательно. Спасибо вам. Сердце моё нет надежды.